Сьогодні до нас завітали автор виставки «Мій Крим» Андрій Горбачов та співорганізатор виставки «Мій Крим» Фіруза Ібрагімова. Вітаємо вас. Доброго ранку. Тож, скажіть, у чому особливість виставки «Мій Крим»? Особенность выставки заключается в том, чтобы привлечь внимание людей о теме, существующей, и ностальгической теме, в общем-то, для людей, которые были в Крыму. И идея проведения, по сути, это показать, что мы не забыли о том, что Крым – это наш родной город, полуостров, и показать, что, в принципе, очень много людей, художников, которые все равно интересуются, много пишут и хотят как-то вот воссоединить даже культуру, вот часть в Украине, в Николаеве, часть в Одессе, кто приехал непосредственно самого Крыма. Вот поэтому у нас получилось такой вот неплохой дуэт, и идея появилась провести непосредственно. Тоже звідси еще одне питання. Як з'явився ваш тендем? Все очень элементарно, все очень просто. Владимир Гаврилов рисовал у меня картину в моем кафе. Это николаевский художник, который, да, наш общий знакомый. Собственно говоря, я пришел в гости к нему посмотреть, как сделана роспись. И вот идея появилась сразу же предложить провести такую вот выставку, связанную непосредственно с Крымом, непосредственно с живописью. И у меня просто очень было много работ акварельных, которые хотелось бы показать людям. И, в принципе, она является для меня первая выставка. И вот, собственно говоря, идеи вот хотелось... Какие работы вы готовите до перегляду глядачів? Деякі з них мы можем зараз бачити в нашей студии навіть. У нас сегодня эксклюзив, друзья, выставка начинается уже зараз. Основные работы, в принципе, у меня пейзажи Крыма, начиная с востока, с южного побережья Крыма и заканчивая Севастополем и даже старым Крымом, Бахчисарай, вот глубже, как говорится. По технике, в общем-то, акварельную живопись я взял импрессионистическое начало и, в принципе, ушел от традиционной и выставки, и традиционной техники акварели, и вот поэтому решил сделать выставку не в выставочном зале, как обычно делают художники, а вот что-то найти, какую-то изюминку, какое-то оригинальное решение, поэтому вот тоже была идея провести где-то вот посвященное Крыму. І от відзвітати ту атмосферу, домашню атмосферу, яка була в моєму Кримі, в нашому Кримі, в якому ми були. От таким домом є кафе «Мій Крим» Фіруза. Щодо саме атмосфери, я так розумію, що дійсно буде навіть ефект відчуття глядача, що він знаходиться у Криму, дійсно, у тих містах, ця домашня атмосфера. Поділіться нею з нами, з нашими телеглядачами, і навіть зараз в нашій студії ви сформували таку невеличку атмосферу відчуття себе у Криму. Ну, знаєте, названня само «Мій Крим», всі думають о тому, що це якби «Мій Крим», «Крим Фірузи». На самом деле у каждого есть кусочек своего Крыма, и яркий пример этому Андрей, который свой Крым хочет представить. Ведь люди из города Николаева очень многие любят Крым и любили Крым, и часто в нем бывали. И у каждого есть там свои любимые места, будь то восточный, южный или северный Крым, у каждого есть. У нас так совпало, что Андрею надо, и мне это очень интересно. И все, что связано с Крымом, это вот сердце, душа, это боль, это моя жизнь. И приехав сюда в Николаев, открыв кафе, я тоже делаю свое любимое дело, во-первых. Во-вторых, я своим существованием, своим естеством напоминаю, что Крым – это Украина, что я есть, что мы единое целое, что связь, она не потеряется в любом случае, потому что, ну, неизбежность. Мы все равно будем жить в мирной стране, все равно Крым будет Украиной, все равно эта война прекратится, эта неразбериха, она закончится. И добро пожаловать, конечно, на выставку. У Андрея прекрасные работы, люди посмотрят,
Да, у нас своя специфика, у нас своя кухня. Это тоже яркое напоминание тех ощущений, которые люди, будучи в Крыму, те, любили. Запам'ятовується. Да, любили очень сильно. И то, что я здесь есть, они могут прийти. Ну, вы можете прийти, дорогие зрители. И... Тож, де саме буде проходити виставка, скільки вона триватиме? Давайте ще раз нашим телеглядачам. Виставка буде проходити в кафе «Ми Крим» у Фірози на Артилерійській, 18/1, 3 февраля в 2 часа. Буде якраз от повністю вся виставка, і я буду зустрічатися з чаєм, тому що зараз холодно, хочеться согреться. Вот это вот будет как раз таким вот объединением какой-то вот людей, которые придут на выставку и как раз будут вливаться вот, собственно говоря, ту домашнюю атмосферу в тот Крым, который мы привыкли видеть. Підривають нас сьогодні своїми серцями, своїм щирим поглядом наші гості. І пані Фірузо, я не можу просто не скористатися можливістю дізнатися секрет і рецепт вашої кави. І поділитися цим з нашими телеглядачами. Кофе – це традиційний напиток кримських татар. І подається він в турочках, готується. Нічого складного немає. Ароматний кофе. Заходіть, пробуйте. Буду рада бачити. Ще ж, ми дякуємо нашим гостям, але, Віка, бачу, в тебе ще є одне питання, яке ти також хочеш задати, так? Так, мені цікаво, скільки саме триватиме ця виставка? Буде продовжатися цілу неділю. Тобто цілий тиждень всі зможуть прийти до вас, насолодитися атмосферою Криму, попити теплого чаю. Будемо зустрічати з чаєм, з вкусною кухнею у Фірози. З кримською культурою, з кримською татарською музикою. Фірози дуже красива музика, підібрана в традиціях культури непосередньо Криму, кримсько-татарської культури. Друзі, не втрачайте можливість зануритись у атмосферу справжнього нашого Криму. Дійсно, давайте згадаємо про те, що Крим – це Україна, це наша територія, яку ми дуже любимо. І також маємо можливість завітати до неї, не виїжджаючи з нашого міста, завітавши на виставку, яку сьогодні анонсували наші ранкові гості. Ми дякуємо вам!